Яңалық телевидениях эфирында башқыр тілінде әдірленген яңалықтар сығарылышы. Студияла Лиана Билалова, Хаума Хағыз. Ресейді хәтір хәм қайғы күні 22 июн білділіне. 79 елілік иртәнгі сағат 4-те фашистик Германия Советтар Союзына хүжім етіп, көп күні қалаларға харби хәм стратегик объекттарға күслі хүжім яхай. Илебіздің тарихында болған иң қорқыныс хәм қуан қойғысы хуғыш совет халқының 27 миллион ғұмірін өзген. Ел хайын бұл күнді илебіздің түрлі түбектерində кішілер бүйік ватан хуғышы барышында халяк болғандар ихтәлігіне хәтір шәмін қабыда. Бүтәресе акцияхына яңаулылар да қошылды. Иртән сағат 4-те олар өздерінің яқындары тұрағында ихтәлікке шәм қабыды. 22 июня 41 года – одна из самых печальных дат в истории России. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой святой долг, защищал в те суровые годы наше Отечество. Сегодня в память о погибших зажглись свечи на всех мемориалах. Такая акция состоялась и у нас. На монументе боевой и трудовой славы молодежь зажгла свечи. Эта акция призвана, помимо увековечивания памяти павших в войне, способствовать укреплению мира, воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою родину. Пусть эта акция будет символом нашей светлой памяти. 22 июнь дүшәмбе күнді қала хакимияты білгістері, түрлі ведомство вакилдері, қала һәм район предприятие тәксіләрі бүйік ватан хоғышында хәләк болғандардың батырлығын тынлық минуты менен ололай алды. Улар харби һәм хезмәт даны монументы янына веноктар халды. Через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны. Горькие стоны. Памяти павших будьте достойны. Вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните. Сәлемләү һүҙе менән митингта йыйылыусыларға район хакимиәте башлығы Илшат Вазигатов мөрәжәғәт итте. 79 лет тому назад фашистские войска вероломно вторглись на территории СССР. Началась Великая Отечественная война. Война, которая унесла 26 с лишним миллионов жизней. Это голод, разруха, это смерть, которая настигла практически каждую семью, ныне проживающую на территории нашей страны. Беда неимоверная пришла в страну, но наш советский народ, наши люди победили. Россияне всегда были сильными. И сегодня, конечно, мы, отмечая эти трагические события, должны помнить о наших героях, о тех людях, которые нам принесли мир. Ресей Федерацияға Конституцияғындағы өзгәрештәрді рафлау мәселелері бойынса тауыш беру күніне әзірлік іші қызу бара. 16 июннен оға участка хайлау комиссия ағзылары тұтынды. Здравствуйте! Здравствуйте! Илебездәге эпидемиологик хәл тауыш беру көнен үткәрү тәртибенә үз үзгәрештәрен индерде. Процестың бөтә катнашусыларына хәүфһеҙлек тәэмин итү өсөн өстәмә саралар кабул ителде. Һәр бер хайлау участкаһына шәхси һаҡланыу саралары килтерелеп, биналарҙы эшкәртеү эштәре бара. Хайлау комиссия ағзалары уҡыу үтә, үҙәк хайлау комиссияһы ҡарарын өйрәнә. На нашем участке 9 членов избирательной комиссии будут работать. Участников голосования прикреплено к нашему участку около 1300 человек. В настоящее время мы проводим подготовительную работу, будем раздавать приглашения на выборы. Это будет сделано посредством сброса приглашений в почтовые ящики всех граждан. Когда избиратель приходит на участок, мы их встречаем,
Один наш член участковой комиссии проводит термометрию, то есть измеряет температуру тела. После этого он приглашает к столику, где у нас будут размещены маски, салфетки одноразовые, и выдаем каждому участнику голосования перчатки. После всей этой обработки гражданин подходит к столику, где сидит наш член участковой комиссии, показывает с расстояния 1,5 метра свой паспорт. Член участковой комиссии находит в списке данного гражданина, удостоверяется в том, что этот человек именно тот человек, который подошел. В наших списках уже есть паспортные данные этого человека. После этого человек подходит, подписывается, берет бюллетень, заходит в кабину для голосования, выходит оттуда и голосует, как обычно, в нашу урну бросает свой бюллетень. Выход у нас тоже предусмотрен отдельный, то есть тот, кто зашел, он не выходит в ту же дверь, откуда вошел. У нас есть выход второй, запасной, туда уходит. С 10 часов до 8 часов вечера сидит член участковой комиссии. По всем вопросам все граждане, которые прикреплены к нашему участку, могут подойти, спросить, могут позвонить по телефону 557-21 и тоже узнать интересующие их вопросы. Дүйім Ресей тауыш беру күнінді 40 егет қайла участкалары, олардың 15-ші қалала, 30-сі ауылдарда шлейсек. Уткару тәртібі бүті хнеля бірук. С 25 июня по 30 июня наши участники голосования, наши янаульцы, могут проголосовать досрочно. Если они не смогут прийти на избирательный участок в эти 6 дней и 1 июля, соответственно, когда будет проходить день голосования, они могут позвонить в участковую избирательную комиссию, предупредить, что не смогут прийти, и попросить прийти их на дом. С 25 июня члены комиссии будут выезжать на дому. На дому у нас будут тоже приготовлены пакеты, где будут находиться бюллетень, будет находиться на заявлении маска, перчатка и ручки. Наши члены участковой комиссии позвонят вам в дверь, вручат вам пакет, который будет висеть на ручках, объяснят, как голосовать. Единственное, вам тоже только нужно будет расписаться в заявлении уже готовом и взять бюллетень, ну, естественно, соблюдая все меры безопасности. Это, опять же, перчатки, маски, антисептик, спиртовая салфеточка, там будет обработать руки, все проголосовать и опустить бюллетень переносной ящик, а заявление будет отдельно опускаться в пакет. Это все тоже предусмотрят наши члены участковой комиссии. И вы спокойно можете проголосовать дома. Если, еще раз повторяю, вы не сможете прийти на избирательный участок, или в силу там того, что вы заболели, или вы не хотите лишний раз, как говорится, встречаться тоже в силу безопасности для своего здоровья. Мы постараемся всех наших участников голосования, старше 65 лет, конечно, чтобы они проголосовали на дому. Мы всех ждем с 25 июня по 30 июня, с 10 до 20 на избирательном участке, и 1 июля с 8 часов утра до 20 часов вечера. Ждем своих участников голосования. 25 июньден алдан тауыш беру башлана. Ул вақытқа бүті хайлау комиссиялары хәр бір ауыл хәм қала кішіхі оңайлы хәм хәуіфіз шарттарда тауыш бере алған үсін әдір болырға тиеш. 21 июнь медицина хәдмәткәрдәрі күні білделіне. Бұл елді бұл байрам Рәсейдәгіне түгіл әбіті елделі әхәмиетлі боласақ. 17 июньнен 21-ні тіклім ил бойынса оны ұйыштырушылар, волонтер-медиктар, біз бірге бітіресе активистары хәм конституция волонтердары тарафынан ұйыштырылған медиктарға рәхмәт байрам акция хөтесек. Бүгінгі күнде медицина учреждениялары күсейтілген режимдә эшләй. Көп кенә медицина хезмәткәрләре бітә көстәрен COVID-19 менән көрәшүгә халды.
Пациенттарды иң біріншілерден болып район үзәк дәваханасында қабыл ету бүлмәһе шефқа туташтары қоршала. Бұнда бүтә кәрәкле документтарды әзірләп, ә хәзер мұтлақ рәүештә яңа коронавирус инфекцияһына экспресс қан анализы үткәрәләр. Лаборатория тәүлек әйләнәһе режимында эшләй. Анализ 20 минуттан һуң инде әзер. Әмма хәзер контроль билдәһе буенса қанда вирус булмауын әйтергә була. Хунгы 3 ай эсендә эштәре күпкә артты, әмма бирешергә улар өйрәнмәгән һәм үзләренең профессиональ бәйрәмдәрен күбеһе үзләренең эш урындарында үткәрәсәк. Жизнь сотрудников приемного отделения изменилась кардинально. Большую часть времени и большую часть жизни мы теперь проводим на работе. Работаем мы сутками. Работы достаточно много. Ограничение в том, что мы разделены на зоны. Количество сотрудников увеличилось, которые работают в приемном отделении. Привычный ритм для нас это теперь что-то такое заоблачное. Принимаем как раньше, но теперь есть небольшое разделение. Это с температурой пациенты и пациенты без температуры с различными патологиями. Принимаем с разных входов, то есть эти пациенты никак друг с другом не контактируют. Люди переживают за свое здоровье, хотят перестраховаться лишний раз при появлении температуры, боятся заболеть коронавирусной инфекцией. Но если такой, как скажем, пациентов нет, мы отпускаем их домой, назначается лечение, осматривает врач в первую очередь, назначается лечение и отправляем домой. Ейдерин хоу ину кинг таралган ялтыры. Эссе күнде қояш астында қыдынып, хоу ину яқшы вақыт өткәрі осылы. Әмі ехадландырылмаған урындарда хоу ину хаулық үсін құрқыныз. Өткен ел ісінде республикала 74 ират, бір қатын хам хигет бала батқан. Хәрбір икенсе батылсы 17 яштен 49-ға теклем. Улар арахында 70% ауыл халқы. Хауда батып үлесілер статистикаһы ехадландырылмаған урындарда хау инуге тыюды көрһәтү. Ә законды бұзу зур штрафқа килтерә. На сегодняшний день в Республике Башкортостан произошло 11 происшествий на водных объектах. Из них погибло 12 человек, из них двое детей. В основном купание в запрещенных местах. Административный кодекс Республики Башкортостан гласит, купание в запрещенном месте под аншлагом, купание заплывом за буйки, купание в нетрезвом состоянии. Административная статья 13.12 налагается штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Имейте в виду, 99% погибших – это как раз купание в необорудованных местах, состояние алкогольного опьянения. В летний период проводятся рейды так служб ГИМС, полиции, административных комиссий муниципальных районов именно по купанию в необорудованных местах. Ей күні қойда һәм кем болып эшләргә. Үлкен класс уқысыларының көбіхі шығырау менән үзәрінә ярашлы вакансия әділәй. Ярдамға халық мәшғүлігі үзәге білгістәрі келі. Ештер ұдур тілек менән райондың түрлі ұйышмаларында эшләй. Коллективта бірінсі тәжібелерін генә түгіл, ақсы эшләу мүмкінсілігін дә ала. Дамир Шахиевқа көптен түгілгіне 14 еш толған. Дәулет Килдиев исемендәге Республика Хынлы Сәнғәт гимназия интернатында 7-нче класс тамамлаган. Рәсем төшерү менән ул ныклап кызыкына. Бул йәйде ул беренче тапкыр эшкә урынлашырга булган. Яңа ул телевидение һәм видеооператорлар өчен ул методик пособиялар төзей. Пришел сюда 8 июня и работаю тут уже 2 недели. Я делаю методичку для видеооператоров, прорисовываю иллюстрации к ней. Мне здесь очень нравится. Я решил попробовать себя в настоящей работе. Как это вообще получить опыта? Ну, хочу попробовать себя дальше в творческой деятельности. Не забрасывать это дело. Кола паркандала иш койнай. Сағу жилеттардағы бұл егіттер ең ауыл төзіклендіру ұйышмағы қызметкердәрі рәтін толтырды. Руслан Ғатиятулин 9-сы сыныфты тамамлаған. Дворник ішінен ұл қиын хынмай. Хатта керегінсі, кішілерге ярдам келтіргені менен ығырырлана. Сходил на биржу, потом отправили туда, в контору, на обидную. Ну, оставил заявление. Все. Они позвонили, и я устроили меня на работу. Хорошо, нормально работается, несложно, не жалуюсь. Второй год уже работаю, здесь же уже работал.
также дворником в устройстве в парке убирались. Много мусора, особенно утром, семечек много оставляют. Приходится убираться. Бындай инициативалы егеттерге мәшғүлік үдәгінделі бик шаттар. Ел хайын олар 30-дан артық кіші ішкә орынлаштыра. Трудоустройство несовершеннолетних граждан является одним из приоритетных направлений работы Центра занятости населения. Данная работа ведется с начала года. На сегодняшний день, с января месяца, трудоустроено 32 несовершеннолетних гражданина. Из них в летний период времени 18 школьников. Ребята работают в таких организациях, как ООО УЖКХ, ООО «Мирас», ООО «Водоканал». Также в июле-августе месяце планируется трудоустройство несовершеннолетних в сельскохозяйственной организации города и района. Радует, что в последние годы очень много несовершеннолетних граждан обращается в центр занятости в поисках подходящей работы. Поэтому хотелось бы обратиться к работодателям с просьбой создать временные рабочие места для трудоустройства школьников, ведь они наше будущее. Сыныфташтар Регина Галеова һәм Дилия Гилванова 11-ші классқа көсті. Улардың ішін тезден балалары менен әсәләр бағалай ала. Қыздар тұрлақ коммуналь хужалығы идаралығына орынлашқан. Улар бояу іштәрін башқара, әкүміл асырға іштән хоңда була. Ұшының менен яңалықтардың бүгінгі сығарылышы тамам, алда хезді хауа тұршы кіті хау болығыз. Егермесінсі июн күнді еңалда хауа тұрышы аяз яум түшімпіз болуы көтілі. Ел күнек 1-3 метр секундына. Атмосфера басымы 750 мм. Хауа температурағы түнді плюс 11, плюс 13, күнді плюс 17, плюс 20 градус. Республикалық әдеттен тұш халдар министрлығы мағлуметтері бойынса аязлы болытлы башлыса яум түшімпіз болуы көтілі. Ел юнәліші өзгәрусен 0-5 метр секундына. Хауа температурағы түнді плюс 5, плюс 10, Урыны менен қырау, хауала хам тупрақ үстінде 0-2 градус. Күндіз плюс 17, плюс 22 градус. июня. Памятная дата России. В этот день, в 1941 году, началась Великая Отечественная война. День памяти и скорби. 26 миллионов 600 тысяч человек отдали свои жизни ради победы. Но именно в этот день по радио впервые прозвучали слова «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Так и вышло. июня в полдень в Янауле нашествие низких цен в связи с открытием большого магазина сети «Домострой». Широчайший ассортимент товаров для строительства и ремонта. Строй, строй, строй с магазином «Домострой». Открываемся на объездной 17. Территориальная избирательная комиссия Янаульского района сообщает о режиме работы в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. С 5 по 29 июня включительно в рабочие дни с 10 до 20 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Выходные и праздничные дни с 10 до 14 без перерыва. 24 июня с 16 до 20 часов, 30 июня с 9 до 14 часов. Участковые избирательные комиссии работают с 16 по 29 июня включительно. В рабочие дни с 10 до 20 часов, выходные и праздничные дни с 10 до 14. 24, 25, 26 и 29 июня с 16 до 20 часов. 30 июня с 9 до 14 часов. Каким будет порядок организации голосования? Главный приоритет организации голосования – защита вашего здоровья и здоровья ваших близких.
Прийти на участок для голосования вы сможете, когда вам удобно, что поможет минимизировать одновременное нахождение большого количества избирателей на одном участке. Чем это безопасно и удобно? Возьмем обычный избирательный участок, на котором, как правило, в один день голосует около 700 человек. При голосовании с 25 июня по 1 июля каждый из них сможет проголосовать в один из 7 дней. Избирательная комиссия заранее оповестит каждого о рекомендованной дате и времени голосования. В этом случае за один день на участке проголосует около 100 человек. А поскольку голосование ежедневно проводится на протяжении 12 часов, в один час проголосуют от 8 до 12 человек. А это, в свою очередь, означает, что вместе с вами на участке точно не будет много людей. Голосовать легко и безопасно. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знание татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402.